Ребята, всем привет! Вы на канале PUBG Fun 2 Машинки. Сегодня будем играть в игру новенькую Fastlane. Дорога мести, по-моему, так называется. Так, давайте-ка запустим гоночку. Чувак какой-то по имени Диего. Салаги, не тратьте мое время. Что-то он нам советует, говорит, не тратьте мое время. Все, это зря. Так, давайте запустим. Посмотрим, что у нас здесь есть. Я немножко в нее, конечно, уже поиграл, как бы. В принципе, прикольно, да? Убивалка такая времени здоровская, я вам скажу. Едете себе такие, стреляете во всех, собираете всякие вот эти вот плюшечки, баксы, там всякие восстанавливалки. ХПшки, ребята. Ой, я под ракету попал. Нельзя было так делать. Так. Едем дальше. Вторая жизнь. Давайте посмотрим. Ну, давай. Поехали. Ну, поехали уже. Так, сейчас, ребята, запустим еще одну гоночку. Так, четвертый уровень. Пятый уровень. Ладно. Так, и это все, на что ты способен? Неудивительно, что ты проиграл. Хорошо, проиграл, значит. А что же нужно сделать, чтобы выиграть? Давайте еще раз погоняем, ребята. Нужно выполнить задание. Смотрите, сыграй 3 раза. Так, уничтожь 150 противников, собери 300 наличных, ребята. Давай, сейчас попробуем мы это сделать. Ребята, 300 наличных нужно собрать, сыграть 3 раза и уничтожить 150 машинок. Когда взрываешь вот эти вот бензовозы, они еще параллельно взрывают тех, кто рядом с ними находится, ребята. Что ж происходит? Что-то у нас слишком много машинок стало. Кстати, у меня пулеметик такой заряженный стал. Эй, нет, пропал, все. Я, похоже, взял какой-то бонус. Стреляем всех, там восстанавливалка ХПшки была. Так, это что? Ага, вот эта энергушечка, похоже, дает... Дает двойной выстрел. Так, понятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Осторожно. Кажется, я что-то там подорвал фуру с деньгами. Как его? Инкассация, наверное. Ай-яй-яй-яй-яй. Опасно. Ай-яй-яй-яй. Помогите. Берем эту штучку. Чувак стреляет из... пулемета, что ли, с чего он там стреляет? Ай-яй-яй-яй-яй! Прицел какой-то взял. Нет. Так, хорошо. Так, лучше со звуком. Так, 7-й уровень. Что-то там 7-й уровень. Можно, в принципе, улучшить. Нам что-то можно улучшить, ребята. Так, 180. Так, пулемет, наверное, в любом случае, как бы, нужно улучшать, да? Чтобы урончик был у нас не слабенький. И еще разочек. Есть. Подождите. Достигни 10 уровня. Ребят, у нас тут новенькие тачки потом откроются, получается. Угу. Броадсайд какой-то, драндулет, броадсайд, shift. Либо можно открыть сразу за кристаллик, за 25 кристаллов. И так далее. Угу. Понятно. Тут самые крутые, самые последние бы посмотреть. О! Концепт TDR 400, ребят. Какая-то самая последняя тачка у нас. Получается, какая-то спортивная. Угу. Так, понятно. Но у нас пока что есть только вот такая. Уровень у нас... 7-й, вроде бы 7-й. А что здесь? Вот это что за иконочка? Ага, тут усилители можно. Усилители, бонусы, вот эти плюшки, которые валятся из автомобилей, которые взрываешь. Их можно улучшить. Так, улучшить магнитное поле, урончик. Большое уважение, нитро. Я даже не знаю. Наверное, пока ничего не будем улучшать. Ничего пока мы не будем улучшать, так как баксы, наверное, все-таки нужны на прокачку автомобиля, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно. Хотя, может и нет смысла пока качать машинку первую.
Так как возьму 10 уровень и поменяю, наверное, на другую тачку. Или нет? Ну, посмотрим сейчас, ребята. Заценим. Смотрите, уже патроны другого цвета стали. Это здорово. Так, прицел, магнит. Я что-то сделал, либо взорвал эту, как его. Либо взорвал бензовоз. Что ж, все машиночки рядом разлетелись просто в щепочки. А это что? Ух ты! Эй! Хватит! Хватит так делать! Хватит так делать! Ребята, нужно собирать, собирать. Ну-ка, что за задание у нас? Победи Диего. 5 кристаллов дадут и 150-160. МП, что ли, написано? Что-то слишком мелко. Ладно, неважно, ребят, давайте попробуем до Диего добраться. Если получится, конечно. А где он есть-то? Ай, осторожно, все, берем, все, взрываем. Ой, а где тут Диего-то? Где его носит, ребята? Я что-то его не вижу. Ракеты. И по центру тоже пролетело. Ничего себе, ракета, наверное, может сразу унести, да? Сразу может разнести нашу тачку. Ой. Нужно следить за полосами, ребята. Нужно следить по ним. Периодически ракеты пролетают. Ух ты, не все так просто. Ай, что за снарядик там летит? Приветик, чувачок. Опасно. Так, тихо. Ракеты. Появление противника. Взорвался. Нет, продолжить можно. Можно за кристаллик продолжить. Так, хорошо. Так, в итоге у нас 10 уровень взят. Смотрите-ка, да? 10 уровень есть, и, наверное, можно взять новую тачку, в принципе. А, нет, вот основной у нас уровень идет где? Так, 9-й, ну-ка. Опа, да, драндулет открылся. О, да. Я надеюсь, не надо на него тратить баксы. Его просто так дают. Так быстро прокачался, ребят. Так, Трэвис может продать тебе 20 крутых тачек. Я уже понял. Я видел. Эй, драндулет вообще-то я уже могу приобрести. Нет, не хочу я тратить кристаллы. Зачем? Ребята, у меня нет выбора. Кстати, этот чувак похож на Тимати. Ладно, неважно, бородатый такой же. Так, пришлось мне взять драндулет за 25 кристаллов. И прокачаем на все баксы. Все. Все, доп. Орудия. Так, не будем тратить кристаллы. Так, все, ребята. Да, на этом наша прокачка драндулета заканчивается. Так, окей. Ладно, давайте испытаем ее. Испытаем, посмотрим, какова она на деле. Сейчас мы проверим, на что она способна. Так, собери 300 наличных, победи Диего, побей одного соперника. Так, соперника нужно побить. Победить Диего, я что-то его еще ни разу не видел. Он мне не попадался ни разу. Так, собираем баксы, энергушечку какую-то взял. Ой, это кто у нас тут? Соперник какой-то, наверное. Ага, да, это был соперник, кстати. Вот как они выглядят. Все-таки эти чувачки с вопросительными значками, это у нас соперники. Вот еще один. Ушатал я его просто в легкую, просто унес. Нитро, хпшечка. В режиме нитро, ребята, у нас машиночка, не знаю, покрывается в какой-то синенький щит, который помогает нам разнести тачки перед собой просто. Я что-то взял, я что-то... Да зачем я так сделал, а? Ой, чтобы победить Диего, тебе потребуется больше уважения. Угу. Так, нужно зарабатывать на дороге уважение, чтобы добраться до Диего. Так, продолжаем прокачивать тачку. Так, новый уровень. Что-то там новый. Гав! Повышай уровень быстрее, я подарю тебе очки опыта после просмотра короткого видео.
Я не хочу ничего смотреть. Нет, ребята, зачем мне рекламная пауза? Давайте, ну ладно, давайте посмотрим, что это у нас. Это у нас казино какое-то. Это у нас казиношечка какая-то. Ладно, ребят, сейчас досмотрим. Осталось 3, 2, 1 секундочка. И что в итоге он нам дал? Что ты нам дал? Ящик какой-то. XP-шечку. Ребята, опыт нам дал. Я знала, что ты не сдашься так просто. Ребята, чё, он издевается, что ли? Я чё? Должен буду смотреть рекламку и даже парочку эффективных дронов. Какие-то дроны прислали нам. Представляете, Дэнни может улучшить твои дроны. Дэнни может улучшить мои дроны. Хорошо, давай. А! Я на чё-то нажал. Ящик дронов. 50 каких-то золотых карт. Приобрести. Окей, открыть. Ребята, что-то уже у нас веселее. Веселенько дальше идет. Ракетная установка. Ага, ракетная установка. Доступ получен. Что-то какую-то ракетную установку я получил, ребята. Я думаю, что эта штука будет у нас на машинке сверху, да? Новые задания доступны каждые 4 часа. Победного соперника. Так, забираем. Ну что, давайте испытаем. Что-то какой-то там дрон вроде как у нас есть теперь. Ой, у нас даже баксы есть. Давайте-ка улучшим на все эти баксы пушечку 2 раза. И щитик на остальное. Все, да? Ага, вот, все, теперь все. Так. Поехали. Диего, где ты есть-то? На этот раз у меня тачка заряжена. Уже мощнее. Ой, дрон взял. А! И что был-то сейчас? А что он делает? А, он ракеты стреляет. Смотрите, двойные ракеты. О, еще один дрон рядышком. Ничего себе. Все, один ушатался. А! Нитро. И щит дополнительный. О, дрончик, отлично. Дрончик нам помогает, смотрите-ка. О, вот это здорово. С обеих сторон дрончики у нас. Здорово, еще один взял. Так, можно бесконечно на дронах ездить. Не то, что на дронах. Еще они будут рядышком со мной ехать, да, стрелять. Соперников. Я бы даже сказал, это не соперники, а так. Чуваки, которые едут сами по себе вперед куда-то, а я их зачем-то расстреливаю. Зачем? Да просто так, ребят, похоже, да? Ой, осторожно, ракеты. Так, магнитики, дайте мне дроны. Дайте мне дроны. Ай, лидер. Это у нас Диего появился, ребята, не может быть. Ух ты, это что, у тебя ракета как криво полетела? Чуть-чуть осталось, давайте нажмем продолжить. Я тебя сейчас уничтожу, когда еще до тебя доберусь. Так, бог с ним, с одним кристалликом. Есть, ребята, этап завершен, представляете? Побил я этого Диего все-таки. Так, едем дальше, Кэндис. Бла-бла-бла, нам опыт подкидывают, здорово. Оксфорд-стрит зачищен. Эй. Так, что в итоге-то у нас? Боевой крейсер доступно. Так, ребята, что-то какая-то ерунда там еще появилась у нас. Тут еще изучать эту игру. Что-то у нас новенькое. А, боевой крейсер. Какой-то самолет. Поддержка с воздуха, похоже, да? Ты наехал не на тот район города, мой друг. Что посеешь, то и пожнешь. Так, это наш соперничек. Да, давайте-ка посмотрим на него. Так, второй у нас. Тут вообще их очень много, смотрите-ка. Ничего себе, тут проходить и проходить. 30 чувачков, которые выпендриваются, ребят, представляете? Так, ну ладно.
этого пока ставим на следующий выпуск, ребята, да. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. На колокольчик жмите, да. И делитесь этим видео. А на этом все. Комментируйте. Подписывайтесь. Говорил уже. Ладно, всем удачи и до новых встреч, ребята. Пока-пока.